чувства меня переполняют, положительные эмоции. Очень рад, что здесь нахожусь. После Эвертона мы приехали с Англии, я ехал на тренировку, и ко мне друг позвонил, типа, говорит, что, ну, поздравил меня с вызовом, я сначала не поверил, как бы, потом уже, когда приехал, пострел в интернете, но все равно как-то еще не верилось, а уже там спустя пару дней Сергей Станиславович мне сказал, и уже как бы я был уверен, что поеду. Больше всего, конечно, в центре обороны, если я комфортнее чувствую, ну, и, в принципе, и справа, и слева могу сыграть. Просто вопрос, как я это сделаю. Если это будет польза для команды, то чего бы нет. Мне нужно еще доказать, чтобы здесь остаться, чтобы это не был для меня последний сбор, первый и последний. Нужно работать для этого. А за молодежную сборную я думаю, что и надеюсь, что еще сыграю. Других ребят не знаю, других команд, только вот как бы начинаю знакомиться. А с нашими ребятами со всеми знаком, так что да, помогают. Удачи. Спасибо. Спасибо.